Буду тебя тоже дрессировать. Дай мне лапку. О, вот ты умничка. Вот ты умничка. На тебе колбасочку. Лапочку дай. Не, опять ты мне. Дай лапочку. Так, уйди. Все, она уже увидела сразу, где источник вдохновения и поощрения. Нет, садись, буду тебя учить. Давай, куда ж мне? Вик, я не могу один. Надо, чтобы кто-то держал. Иди, подержишь. Я занята. Ну, 5 минут, а то... Давай. А то Марсика учили. А как мне быть тогда? Ну, подожди, я держу. На, подожди. Сначала дай лапку. Сначала дай лапку. Нет, иди назад, сейчас упадешь. Нет, лапку сначала дай. Ну, на. Лапку давай. Да не, они мне руку лижут. Что тут? Нету тут ничего. Дай лапку. Лапку дай. Ой, ну как же их учить, я не знаю. Все, они сразу же вон начинают облизывать мне руку. Как другие учат, я не представляю. Куда мне эту чашку деть? Я ее под мышку зажал. Она же видит, куда я ставлю. А если я в руку наберу жменю, она будет разжимать руку, пока все не съест. Ну, в общем, буду, знаете как, вот сюда поставлю вот и буду ходить. Вот так. Сиди, сиди. Сиди, дай лапку. Ладно, сначала. Теперь дай лапку. Вот умничка. Вот ты моя хорошая. Все. Еще раз дай лапку. Лапочку дай. Лапку дай. Вика, неси веревку. Где веревка? Будем учить. Так, быстро, а то так колбасы не хватит. Сиди. Сиди. Мирка. Глянь, она вон... Куда ж поставить? Куда поставить? Сюда поставлю. Вот так. О. Так. Иди. Иди быстрее. Садись. Дай мне лапку. Нету ничего в руке. Нет, нет. Нет, в руке. Вот, видите, где в руке. Вот, все. Все, нету. Дай лапку. Лапочку дай. Лапку дай. Одну. Все, на. Вот все, вылежи. Нету нигде. Все. Туда ты не достанешь. Вот туда ты не достанешь. Да, конечно, она пытается. Ну, далековато, высоковато. Иди. Иди, давай лапку. У меня-то вот же, видите, вот она, в руке. Вот я держу камеру, а в этой нет ничего. Лежи, вот ты умничка, нету, ты видела, нету. Дай лапочку, дай лапунчик дай. Ну, глянь, ну палец же, это не колбаса. Ну, на, ешь, ну. Все? Лапку дай. Дай лапку. Вот лапку, видишь, дала ты мне? Дала лапку? А я тебе дал колбаску. Все, теперь дай мне еще лапку. Вот умничка. Да что ж ты торопишься все? Сиди. Как тяжек труд дрессировщика. Бедные дрессировщики. Да. Все. Ну что? Нету. Все, нету. Вот все, ничего нету. Нет, пока не дашь лапку, ничего не будет. Да. Ну и куда мы? Куда? Назад. Лежать. Лапочку. Тебе придется дать лапку взамен на колбаску. Все, хватит уже. Марсик нас обманул. Съел целую тарелку колбаски. И лапку не дал. Не пройдет больше такой фокус. Все. Сначала лапку, потом колбаску. Лапку. Вот лапка, видишь? Лапка. А за нее получишь колбаску. На. Мира. Нет, сиди. Сиди, лежи. Все, успокойся. Дрессировка продолжается. Колбаска еще есть. Мы теперь ученые уже знаем. Дай лапочку. С Викторией. Что сначала лапка, потом колбаска. Марсик нас уже научил опыту горькому. Да, все видели, как он съел всю колбаску.
А лапку? Не дал. Ну, дал, конечно, через веревку. Так, опять. Идем за колбаской. Ой. Ох. С утра зарядка. Так, все, колбаску кладем в руку. Здесь нету ничего. Все, ты видела колбаску? Давай лапку. Лапку давай. Лапку. Нет, я не вижу. Лапку дай. Лапку. Вика, я ничего не могу один сделать. Ну что ты лижешь мне руку? Я ж не должен браться за твою лапку. Ну на. Ну все. Все, нету колбасы. Нету. Дай лапку. Лапочку. Ну как? Я не могу даже. Она не дает мне своей мордочкой, не дает руку. Вот только ее. Вот она тут же ее хватает. Мне лапку надо, я уже и так. И отсюда. И вот, схватил. Лапку. Это лапка. Ее дают за место колбасы. Какие вы все проныры, что Марсик, что ты. Одна порода. Французы. Дай лапку. Ну что, у меня были бы две руки свободны. Я бы одной бы тебе дал лизать, а другой бы лапку. Ну, я одной рукой. Вот лапка. Видишь? Это лапка. Лапка. Поменяйся на колбасу. Кто там? Марсик уже не выдержал. Марсенчик. Где он там галкал? Где-то он. Его же специально на улицу выперли, чтобы с тобой дрессировкой заняться. С ним-то это невозможно. Ну вот ты все, сидишь спокойненько, смотришь на меня. Да, спокойненько здесь не пахло. Ладно, иди попей водички. Иди попей водички. Давай, вот водичку, пей. Каши нету, кашу будем варить. Все, попила? Пошли. Пошли опять дрессироваться. Мира. Пошли. С Марсиком сколько нервов ушло на эту дрессировку. И с тобой теперь. Лапку давай. Все, нету колбасы. Нету, все, и не было. Все, представь, что ее нет колбасы. Вообще не существует. Ее не придумало человечество колбасы. Нету. Все. Вот мир живет без колбасы. Как ты будешь? А лапку надо давать. Да. Вот лапочка. Вот все. Еще лапочка. Вот лапочка. И ты лапочка. И у тебя лапочка. Потом раз. И мир придумал колбасу. И вот она уже. Вот. Видишь, колбаса. Но только взамен лапочки. А вот я теперь хитрее тебя. Ага. Ты меня дурила сколько, а теперь я тебя буду дурить. Давай лапку сначала. Поднимай лапку. Поднимай. Ты хочешь служить? Мне не надо, чтобы ты служила. Мне надо, чтобы ты дала лапку. Видела? Давай лапоньку. Колбаса существует, да, она в реальности существует. Мира. Есть колбаса, но нет лапки. Ладно, на. Ну все, ты съела лапку. Вот так вот хватаю лапку. Она хватает мою руку. Я не знаю, как там дрессируют. Показываются смирные собачки. Они сидят. Не знаю. У меня за всю историю, сколько я прожил, у меня было много собак. Упала колбаска. Теперь два кусочка. Много в моей жизни было собак, но они все были вот такие вот сумасшедшие. Или от меня исходит какая-то энергия, не знаю. Вот, ни одну собаку мне не удалось выдрессировать. Все, они все беспокойны, они все какие-то ненасытные, все стремятся к движению. Все, у них нет такой усидчивости. Вот показывают некоторых собачек. Они сидят смирненько. А это же... Как вот ее дрессировать? Она секунды не может посидеть.
Ну что, дашь лапку? Нету ничего. Давай лапочку. Пытается меня, видите, лизнуть. Ну как, я уже и так. Опа. Вот лапка, лапка. Вот, все, ты дала лапку, я тебе дал колбаску. Ну так же просто. Ну проще не бывает. Я у тебя беру лапку. Вот, даю тебе колбаску. Вот, беру лапку. Колбаска закончилась. Опять надо идти. Земляне. Не знаю, как. Как, есть, может быть, какой-то другой способ дрессировки животных. Не знаю. Или накормить их, чтобы они вообще сидели бездвижные. Тогда они не будут подвергаться дрессировке. Они сытые будут. А голодную, видите, она что, вырывает, хватает, все. Сейчас будет лизать мне руку. А мне лапку надо. Лапку. Мира. Я уже взмок, как с Марсиком. Ну, вот есть рука, в ней может появиться колбаса в любой момент. Как только ты мне даешь лапку, в этой руке появляется колбаса и тебе в рот. Ну, вот таким образом, смотри. Вот раз, видишь как? Лапку. Умный. Опять колбаса закончилась. Это ж я хожу, все беру. Там наверху, видите, куда мне приходится за колбасой. Она все видит. Она понимает, что туда залезть не можешь. Ну что, Мирка, скоро уже там и колбаса закончится. А лапки пока еще не видать. В моих руках твоей. Мне проще тебе до задней лапки дотянуться. Но мне надо переднюю лапку. Сиди. Сиди вот так. Вот умничка. Вот ты умничка. Все, нету ничего в руке. Я медленно пробираюсь, отвлекаю тебя и хоп, вот она. Ну что? Нет, ты сама дай лапку. Это, знаешь, как получается у меня? Как бы, это не твоя дрессировка, а моя. Это я дрессируюсь, а не ты. Все? Лапку. Лапку. Не дает. А колбасу берет. Заметили? Лапу не дает, а колбасу берет. Она, это тебе, наверное, Марсик передал опыт, да? Пришел и рассказал, что Мирка, чем дольше ты притворяешься дурочкой, тем больше получишь колбасы. А чем ты будешь умнее, тем ты будешь голодней. Так-то? Так-то да.